Я сильно ждал, что будет завтра. И тогда можно нам все это сделать. А сейчас не знаю. Мы тут весной работали, выпускали воду. Копали. Ну, самая середина, она вода осталась. Смотри, только что проезжали. Вот того мы завезли, тут все уже. Дальше мы идем прямо на круг. Вот это самый ход, вот его зеркало. Так, идемте. Тут он завалит вот это мы копали. Краска. Воду сливали. Для воды. Выпускали воду. Сейчас ее расширили, чтобы легко теперь смотреть. Это 21 год назад. Пойдемте сюда. Посмотрите, тут везде в пеньке. Красота. Ширина вон какая, видишь? Вот. Теперь сейчас вот зайдем и здесь оглянемся. Какая красота. Раньше он назывался Пуска Тефенси, конно-товарная ферма. А сейчас мы зовем его Южный. Вот теперь смотрите, до половины один березняк, дальше идет один осенний, и замыкается береза с этой. И что здесь делать? Углублять его? В первую очередь вот то, что там есть, вот это вот, где оно было-то. Ага. Дальше не дали. Дальше вот это, все это, где вот береза за березняком, это вал. Угу. Это он уже обвалованный. Все обвалованно уже. Но он пришел тут тогда, милиционер, встал тут и все. Теперь вот эти пеньки мы срезали, обвалив теперь только к этим березкам. То есть мы меньше уменьшаем его. Угу. Тот место, ну вот сколько там лежит, это не трогать, а только вот этот край. Оттуда вода идет. Пойдемте-ка сюда. Смотрите, какая ширина, тут вообще разговоров нету. Вот эти вот, которые пеньки на рассвете, за 21 год, он их все шибет сразу. Вот теперь гляньте назад. И посмотрите. Если тут все водой наполнится, конечно, красиво будет. Очень даже. А откуда она подпитываться чистой будет? А чисто, откуда подпитываться будет? Видимо, когда вода поднимается уровень, родники бьют. Да. Я здесь маленький был, пеленки стирал. Я, мне лет 7 было, я уже большой был. И помню, отсюда мы любили очень здесь купаться. Ну и постираюсь, и тогда. То есть вот эти сейчас пеньки он себе вот как пошел. Все, выдрал. Вот он, вал какой, видите? Угу. Вал так и идет. Ну давайте маленечко пройдем. Да видно так это. Ну, видно. И постараться сколько углубиться, да? Да, насколько возможно. Вот он, вал идет, вот эта плотина. И когда он это сделает, мы сделаем, ну здесь вот разберем, где-то слив сделаем, такой же деревянный. Mm-hmm. Вот сюда вот дерево пропитанное, мне уже обработки привезли. Там вот только до того места, вон где березы. Все. Дальше ничего не надо, только углублять. То место свободное. Ну вот смотрите, если не получится бульдозером, вдруг проваливаться будет или что. Сюда гусеничный экскаватор, и он себе, допустим, вот оставляет, прошел, как экскаватор идет, вот, так. То есть сейчас он проваливаться не будет. Там или вот эти вот можно подложить, чтобы он не проваливался. Он справа, слева, сколько можно, углубляется. И перекидкой. О, нет. А это если бульдозер не пойдет? Пойдет где можем будет. О. Вот где можно. Когда он вот эти вот, там везде пеньки, это вырвет все вот эти вот. И развинет на две стороны. Там видите, торчат сколько. Туда, это все вал идет туда. Он широко вал шел. Вот я деревья-то наросли. Но мы решили его сглазить. А сейчас-то воды здесь нет? Ну, она стояла все лето здесь. Я главное иду, дождя ее нету. Уходит куда-то. Ну, значит, уходит. Вот лишь бы он не провалился вот в эту няшу. Он должен смотреть. Няши нет никакой. Давайте спустимся. Посмотрим, что такое дали. Ехали. Теперь видите, что ему надо. Вот здесь он когда будет поднимать, вот это он все столкнет. Дрова остаются, потом возьму. Когда он обваловку эту сделает, тогда поверху пройдет, сделать его, чтобы машина по нему могла ходить. Теперь назад видите, что у нас получается. Вот оно куда. Ему разрешается туда, туда и туда. И не долго вроде провалиться. Здесь вообще твердая была основа. Ну, у нас вообще толпи нету нигде. Вот он как бульдозер шел.
Маленечко пройдем, вот там гляните, пойдемте, чуть-чуть хотя бы. И вы увидите, как вот оно, вал идет. Сегодня вал к этому месту. Больше ничего не надо. Здесь же вы будете руководить, кто-то будет так, да, но вы даже увидите, какая это работа. Большая. Большая работа. Здесь самая основная работа. Вот здесь оболочинок. А это он сейчас дерет сверху. А травы-то за 21 год на сколько наросло? Тяжело ему будет по траве-то. Ну один раз сдернет, дальше слой идет нормальный. Mm. Вот ну какая здесь будет. Глаза уже боятся, руки делают. О чем речь? Вот. Как он сможет сделать? Значит, вода. Ну да, на рядом была вода. Вот вы увидите, скажете, вода была здесь. Если было сухо, тут до воды не докопаешься. Ну, каждый день грозы, грозы, грозы. Вон, которые там пеньки стоят, это все мы сделали. Их все к берегам. Туда или сюда, он сам посмотрит где. А если посередке? Один вал может сделать. Допустим, где-то посередке вот здесь сделает вал, здесь где-нибудь. А между валом-то вода и пройдет. Оттуда она идет через линию. Допустим, посередке прошелся, он убился. Вода туда под это самолось. А да. Потом вправо влево. Да. Тут кусты, видите, какие росли. Мы с краю начнет, а да, дальше в середине уже видно будет, что делать. Ну вы видите, сколько мы тут проработали? Работы-то вокруг. Гляньте вокруг все. И вот дальше-то видно, вот где кусты, эти сучки, вон дальше видать все. Таскали, таскали, таскали. Берет красивый строй. Да. Ну и красивое озерко. Я про это озеро не знаю, насчет рыбы. А теперь я хочу дорогой поехать, прямо рядом маленько, в другую сторону, показать, куда нам нужен драглайн. А куда, знаете, где проезжали Рыжковский пруд? Где-то промыв-то большой, через всю деревню проехали-то. Там деревья не мешают никакие, он мог бы метров, ну, если на 10-то, если на тросе. И второе, тут рядом, где коров ходят. Вот тут отец говорит, такие караси были, а большое ведро, говорит, так хвост через борт в ведре не помещался. Ну, это я не видел. И меня там ничего не было. Заилено. Здесь, значит, что, вот с этого места вот, проваливает вал. Вот видно, вот он вал какой. 21 год назад это было. Вот, смотри. Ну, поехали, смотри, где надо ехать. Давай. Вот это, конечно, все это он выглядит отсюда. Ровно тут было. Что выглядит? Это вот. Ты сколько на себе все достали? Гляньте. А что, горбом своим. На две машины увезли. Когда он вам оборотку сделает, заранее сказать ему, он поверхность пройдет и выровняет, чтобы наша машина могла за дровами заезжать. Это вы сами видите руководитель. Ну да. Вот они все такие. Тут уже вопрос. Красивая, если получится озерко. Вот она плевно росла. У нас другие деревень осенью едут на машинах. Вот это на плевь. Вот такой вот прямо к березкам. Он навалит и все, чтобы березы не повредить. То есть мы уменьшаем тут метров на 8. Это мы солому привезли, когда будем ставить эти корыта, сливы. Огромные березы, тут место-то какое, глянь. Тут каждая береза может больше кусок набрать. Время у нас еще есть. Так, заправка.